Добрый день, меня зовут Юля, и я работаю в торговой сети «Перекресток». Мы регулярно проводим различные акции для наших покупателей. Например, последняя «Залипаки» с детским пластилином «Хэй Клей» вдохновила детей по всей России делать ярких креативных монстров. Результаты их работ можно посмотреть во всех соцсетях по хэштегу «Залипаки». Пройдите, ведь оно того стоило. Чтобы устроить сюрприз участникам акции и до последнего держать в секрете, какого же цвета будет пластилин, все подарки были упакованы в специальный флоу-пак. Он сделан из полипропилена и на 95% поддается вторичной переработке. Наша упаковка именно такая. Каждый покупатель мог вернуть нам упаковку от пластилина, опустив специальную коробку в наших супермаркетах. По итогу акции мы собрали флоу-паки со всей страны. И сегодня мы расскажем, что с ними происходит дальше. Мы находимся на производственной площадке наших партнеров ООО «ПЗП Экоресурс», где подготавливается вторичное сырье для дальнейшей переработки и производства. Собранные флоу-паки с другим видом полимерного сырья засыпаются в агломератор, где материал размельчается, смешивается и нагревается. После нагрева добавляется холодная вода, и за счет разности температур материал рассыпается на мелкую фракцию, которая в дальнейшем используется на грануляцию. После готовые гранулы будут использованы для производства фасадных панелей для магазинов и АЗС. Ответственное потребление очень важно сегодня, поэтому мы даем нашим покупателям максимум возможностей для того, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Так наши покупатели на кассе могут выбрать вместо одноразовых пластиковых пакетов многоразовые сумки или сдать обратно на переработку те пакеты, в которых перекресток.ру доставляет их заказы. Отдельно можно сдать пластиковые бутылки в специальные фондоматы, установленные в наших супермаркетах, и даже получить за это скидку. И, конечно, оставить вновь заботу о переработке упаковок от подарков, которые можно получить на кассах в рамках новой акции «Холодное сердце 2».